Далее на льду, как уже вы слышали, Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко. Это техничная, молодая, очень сильная пара, которая обычно катается всегда на отмаш. Да, и потрясающей красоты, так же, как и многие наши пары. Да, это правда. У нас девчата всегда красивые. Прокатали в музыку. Молодцы. Параллельно твизлы. Очень красивая поддержка, скачем. Очень хорошо. Очень хорошо. Прокатали свое самое лучшее, что могли. Прямо даже не хотелось, чтобы они останавливались. Да, хотел, прямо вот до мурашек. Понимаете, они катались просто до мурашек. Потрясающего шика, конечно, пара. В том выступлении, в котором сейчас мы с вами видели. Я не знаю, чувствуете ли это по телевизору. Нет, вы должны чувствовать, потому что энергетика, она передается. Она передается. Видите, как их тепло принимают тоже. Вот у меня даже, вот я говорю, мурашки бегают. Вот как они откатались, изумительно.